Дальше банки моются, сортируются и на стерилизацию. Это уже последний этап. Это стерилизация. Здесь при температуре 90 градусов паром и водой разогреваются в течение 10 минут банки с огурцами. Они поспевают. Вообще, вряд ли вы это знали, огурец – это единственный овощ, который мы едим не зрелым, не спелым. В переводе с греческого «агурос» – «неспелый». А спелый огурец помнят люди старшего поколения, когда они продавались в консервных банках, и он туда влезал один, желтый такой, толстый. Есть его было нельзя, зато он был спелый.